Всем привет, дорогие зрители! В эфире первый рабочий понедельник 2016 года. Надеюсь, вы все готовы к труду и обороне. Кстати, сегодня, 11 января, в России день заповедников и национальных парков, так что сходите вечерком подышать морозным воздухом на природе. В прошлом инфакте я говорил, что голосование за лучшие игры 2015 года начнется вот-вот. И ведь не соврал. Уже сейчас вы можете зайти на stopgame.ru и выбрать Ведьмака везде, где это возможно. Поторопитесь, голосование продлится до не знаю какого числа. Скучали по новостям о Half-Life 3? Я тоже вот скучал. Жаль, но сегодня их снова не будет. Зато всех поклонников аутиста Гордона наверняка расстроит тот факт, что ведущий сценарист серии и слегка дизайнер уровней Марк Лейдлоу, как внезапно выяснилось, покинул Valve. Увы, никакой драмы масштаба Кодзимы и даже завалящей драмочки нет. Марк просто устал и ушел. Об этом он сообщил в ответном письме одному из поклонников и по совместительству завсегдатую форумов Reddit. Тот, само собой, сразу же поделился открытием с миром. Лейдлу уверяет, что основные причины ухода были сугубо личными. Ему захотелось отдохнуть от безумия совместной разработки и вернуться к истокам, к бумагоморательству. Словом, он выбрал тот же путь, что и сценарист BioWare Дрю Карпишин, который совсем недавно вернулся в BioWare. На дежурный вопрос о том, как дела у Half-Life 3, Марк дал дежурный ответ. Все идет по плану, серия под полным творческим контролем Valve, и уход сценариста ни на что никак не повлияет. Приключения любителя совать лом куда не следует существуют независимо от Лейдлоу. Звучит не очень обнадеживающе, к сожалению. Зато вот у другой культовой классики, вот-вот готовой переродиться, вроде бы дела идут хорошо. Многострадальная реинкарнация Doom от id Software все еще собирается порадовать нас весной этого года и даже стала главной темой свежего номера журнала Game Informer. Вся ценная информация, разумеется, стремительно утекла в сеть, так что к делу. Классика классикой, но на дворе 2016, а значит, надо соответствовать моде. Главного героя Doom можно будет прокачивать, к примеру, увеличивая боезапас или количество очков здоровья. Найдется место и взаимозаменяемым перкам с разными бонусами типа ускорения перемещения после убийства врага в ближнем бою. Естественно, оружие тоже всячески модифицируется. Ту же ракетницу можно украсить дистанционным взрывателем. Иконические бензопила и BFG имеют собственные кнопки выбора на геймпаде. Судя по всему, их использование будет контекстным. При этом пила разрубает к херам с первого удара почти любую тварь. У монстров же есть слабые места. Например, демон Пинки хорошо защищен спереди, но зад у него слабенький. Ах да, самое главное. В Doom триумфально возвращаются цветные ключ-карты. А для того, чтобы найти какой-нибудь тайник, их обещают много, придется возвращаться в уже зачищенные локации. Уровни при этом будут разными по структуре, ад куда более вертикален, чем UAC. Мультиплеер заметно отличается от одиночной кампании, в нем намного больше оружия и своя собственная система перков, выдаваемых за прогресс. По словам разработчиков, они никак не влияют на баланс. Но в чем тогда их смысл? Многообещающий инструментарий Snap Map позволит создавать карты, одиночные миссии, режимы и не только. В нем можно даже настраивать искусственный интеллект противников. Все народное творчество будет объединено в специальном Smart Hub с разными сортировками в духе самых высокооцененных и самых играемых проектов. Вот такая разная Doom. Ждем, надеемся и верим. Ubisoft, несмотря на запойные праздники, не сидела сложа руки, а работала над патчем 1.2 для великолепного многопользовательского боевика Rainbow Six Siege. Пока что апдейт доступен лишь на PC, а на консолях появится 14 января. Главным и долгожданным нововведением стала улучшенная регистрация попаданий. Теперь позиция игрока обновляется 60 раз в секунду вместо прошлых 30. Это позволит снизить число смертей за стеной и прочей крайне раздражающей несправедливости. Наконец-то появилась возможность вручную выбрать, к какому дата-центру подключаться. Теоретически это поможет уменьшить пинг в играх. Пока что в самой Siege настройки нет, поэтому придется немного поковыряться в файлах, но скоро галочка появится. На этом исправления не закончились, но перечислять все было бы занудством. Также Ubisoft опубликовала краткосрочные планы на ближайшие патчи. Апдейт 1.3 выйдет на PC уже в середине января, а к концу месяца доберется и до консолей. Авторы обещают исправить ошибки синхронизации, из-за которых порой не начисляются очки славы по завершении матча и возникает бесконечный загрузочный экран. Наконец, в феврале ожидается обновление 2.0, о котором пока ничего не известно. Создатели хоррора Outlast 2 из студии Red Barrels поделились новой иллюстрацией из игры и немного о ней рассказали. На изображении можно заметить девушку с какой-то мотыгой и сидящего на крылечке хибары Реднека.
Очевидный намек на религиозный подтекст еще пару месяцев назад наводил на мысли о том, что приключение выберется за пределы психушки, а теперь это подтвердили и авторы. Хронологически Outlast 2 расположится после первой части и наверняка будет с ней как-то связано, а сеттинг изменится. Прежним останется, однако, главный геймплейный элемент — необходимость шкериться под кроватями и в шкафах от жутких уродов. Обещают, что шкафов и кроватей станет намного больше, можно прям опрятаться. Вот такие пироги, друзья. Впереди тяжелая рабочая и учебная неделя, но я верю, что вы со всем справитесь. Как закончите с делами, не забудьте обязательно зайти на stopgame.ru. Ждем вас. Чао, какао.